Одинцовские сторонники «Единой России» организовали благотворительную акцию «Доброе тепло» и собрали более 200 пар теплых носков для передачи в госпитали, где лежат раненые в ходе спецоперации на Украине российские солдаты. К доброй акции присоединились общественные организации «Дети войны», «Клуб ветеран», «Серебряные волонтеры», «Офицеры России», а также представители Союза ликвидаторов аварий на Чернобыльской АЭС и Клуба «Активное долголетие».